Две великовозрастные тетечки за 40 решили сделать себе губы. Вот это вот второй день, значит. Первый. Подожди, первый день. Вчера сделали вечером. Больно было очень. Кошмар. Пекло, короче, вообще, когда загоняли эту хрень. Жуть, он синячки даже. Даже синячки, бабочки, да. Синячки. Горячее бить нельзя, холодное бить нельзя. Зубы не почистишь, потому что тупо больно вообще даже говорить. Да? Капец больно. Капец больно. Девочки, не делайте этого с собой. Не делайте, делайте. И ржать нельзя. Только смеемся. Ну, так и смеемся, да. Вот такие мы теперь, как из комедийного сериала «Подружки». Да, в общем, говорим, что больше никогда этого не сделаем, да, Юля? Сделаем, сделаем. Нет, да. Это больно, бля. Вот забудем, пройдет все, забудем, захотим еще вот такие вот. Я не согласна. Короче, хай оно там вот через год вылезет все через организм, да? Она же выводится. Нет, это навсегда, Лена. Ну, если подсесть на это, то навсегда. Нет, что-то придумаешь, что с собой сделать еще? Две сумасшедшие, но красивые женщины. А я? Thank you well. It's next. Бачите, і з такими губами тільки нідерландською мовою і розмовляти. О, да. Ми зараз на курси їдемо нідерландською. Да. Зараз на курсах, я не знаю, як ми будемо відповідати на всі питання, як ми будемо спілкуватися з людьми. Я буду ховатись під масочку. Да, отак. Слава Україні! Героям слава!